Я просто видосы пореже пытаюсь. Я пытаюсь набрать брать аудиторию. Новую купить. Мама говорит, Крым украли. Тебе в рот нассали. Не понял. Я парализованная сука. Да нет. Поехали! Мало зрителей было на РДРе. Нарезки нету до сих пор нормальные смешные, блядь. Тюфяк-то обленился бы с Кизовским. Я могу съесть кого-то. Лошадь? Солнышко мое, вставай. Хватит давно. Гандон, блядь. Старый, блядь. Ну я прикумарил чуток, взял меня снял тогда. Ну, это... У меня прям какая-то, знаете, ебала, меня все спящим снимают. Я вот... У меня есть фотка, я вот так вот, в самолете с открытым ртом. Ну там Кришна фоткал. А то реально не будет. Бум. Женщины, они как шпроты, блядь. Скривает один, а кушают все, блядь. Опа. Я не понял, это у нас Панасенко ларнул. Это надо, знаете, когда биток подорожал, и там такой, Васкер. Да, никто не понимает, обей. Мы-то поняли, главное. Ну, как бы Гитлер тоже добрым был. Охуенно сравнил, блядь. Вот английский обязательно сделать. Вот это уже, вот это хороший идея. Я считаю, это хороший идея. И слушай, что ты сейчас сказал. Чисто. Вот это глупость сделать английским обязательным экзаменом. Отмотай назад. Клюет, тяни, давай! Тяни! Придурок! Вот зачем вы все это пишете? В каждом комментарии снижаете мой псевдоним. Какашкин, Отрыжкин, Пельмешкин, Пюрешкин, блин. Картошкин, Морковкин, блин. Всяко разно, блин. А кто это? Это челик Орешкин. Девочка, блин. Вы достали мои фейки уже создавать. Прекратите, остановитесь. Сколько можно уже, а? Остановитесь. Какой Парашкин, какой Говняшкин. Вы что, с ума посходили? Не слушайте. Я настоящий, я Орешкин. Не слушайте их Парашкиных. Не слушайте этих Хакаскин. Серега Орешкин. А он вышел. Садись, блядь, братуха, поехали. Это был лучший стрим, кстати, слышишь, по GTA. В истории человечества. И что, да, маленький, и что? Да нет, это хорошо даже. Погоди, а в чем прикол? Я тебе потом покажу маленький рот. Я не поняла, ну как это? А можно мне паузу, то что красиво спел хоть, нет? Ты вот сотый раз убеждаешь, что дружбы между мужчиной и мужчиной не бывает. Это всего лишь секс, отложенный на потом. Сейчас, можно я маленькое заявление? Стас 9 с**ал. Стасик, когда я сразу переобулся и начал тебя переселать. Короче, да, сама бабушка была умной Жанки. Нас колыстер была! Колыста не было, все равно я тебя кажу, ты не кацапа. Себя брудно веди в комментариях. Не! Как будто он пи***т. Заземление на батарею. А чё, серьёзно, блядь? Да, чел, кто-то, да. Блядь, от батареи заземлил, ебать. До сих пор, прикинь, сколько лет прошло, до сих пор с микрофон мой взять батарею, блядь, меня ебашат током. Гость, сделай. Я чё, извращенец, блядь? Нет. Летим дальше. Слева, где заканчивается лес, видно аккуратную дорогу. Она соединяет остров Лодочный с основным участком. Там же построена вертолетная площадка. Ну и сразу видно один из гостевых домов. 1500 метров. Это еще не сама вилла Сильгрена, а новострой.
Все, мерз доступен, но там уже, наверное, нихуя не купите. Ой, перезвон. Ты видел, Валан, ты видел, ты вообще видел этот кукинг стрим, блядь? Кукинг стрим от гаечки в скобочках готовит одна Марина, блядь. Там умало, мыло, масочки делают. Наконец-то. Достойный соперник. Станет легендарным. Убейте жирного! Какая едет? Маршрутки новые. Тут больше подошло, когда приехал от бабушки спустя 3 месяца, знаешь, в город. Ты еще не видел, как он окно открывал, понял? Типа в иномарке говорил, у вас в регионах такого нету. Так, ну смотри, учись, школьник. Короче, сначала ты к ней вот так вот подходишь, так вот девочек. Потом вот так вот. А потом еще вот так вот. Прям по чупсам, все, нормально. Забавная хуйня. 3, 2. Ну, сейчас ты на меня сгоришь, по-моему. Поехали, погнали! Суки, блять, топят! Кто выпрыгнул? Мудила! Укроп! Ты заебал укроп! Это, кстати, к тому, как ты, сука, горишь на другие. Дебилой, сука, как всегда! Потому что в самолете все так сильно светло. А это один и тот же, кстати, владелец. Нет? Да и пуй. Ой, блин! Макс, ты когда из овоща превратишься в нормального человека? Макс. Тебя джойн хуй кусает или что, я не пойму. Так я-то отсосать надо. Опа. Что-то хуево сказал, по-моему. Что-то, походу, тебя тоже покусал. Да, не в ту сторону. Просто включи видео. Что-то не туда пошутил, короче, ладно. Все, поехали дальше. Не надо, блядь. Ой, меня укусила змея. Да нет. Давай поможем. Ебать, Макс, как ты флексишь. Пожалуйста. Макс, Леша, крышу. Телефоны снимают, видеокамеры. Надо, наоборот, регистраторы. Да-да-да, как на панике висит. Удобно. Богу дождали. И ты чё? Вы чё ты на меня пи***л там? А? 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 У меня контракт с Твичом. Твич принадлежит компании Amazon. Если хочешь выяснить проблемы со мной, пиши партнерам, пиши Amazon, и тебе с тобой свяжутся юристы Amazon. Он стримит вообще сейчас? Да. Ну, прям сейчас нет, конечно. Во, глаза закатило. Кит, ты маму, мав? Я считаю, что налоги идут в пустую лавку. Надо задуматься, почему гаечка покупает себе небоскреб. Дрейк, пару слов. Left foot up, right foot slide. Ты сказал, блядь. Я напел песню. Ага, по-русски, пожалуйста. Ожидаю, ожидания большие от этой гонки. Я считаю, то, что ну все шансы есть победить, я считаю. Желаю вообще участникам. Участникам удачи, физкульт, привет и идите на. Здорово. Михаил, пару слов. Бля, для потомков. Слушайте, ну я могу сказать, вы меня Крым вернете, если... Наверное, завтра послушают. Сука! Пару слов по гонке, а не про Крым. По гонке, слушайте, ну я хочу сказать, что карта, она не совсем велика, в принципе. Значит, это показывает то, что я смогу... Блять, как там такой длинный ТикТок вообще, такой бывает? Угу. Прикинь, да. На IGTV залишь. Ну да, ну спасибо. Вот. Желаю всем победить, а я побежу и побегу. Братюня, пару слов. Там самое рофильное в конце было. Братюнь, пару слов. Я гей. Ну, я говорю, и хватит, полетели. Носки. В какое бы время года вы не ехали. Даже если вы едете летом, не думайте, что носки вам не понадобятся. Для Москвы я купил презервативы. Я купил презервативы, но я не знаю, нахуй купил, если у меня там ничего не будет. Своих соплеменников с Пасху по цеху. Просто они так вот выглядят. Гандон. Вроде одни из самых пи***х
презерватив считается. Поэтому, ребят, я бы... Что он показал? 0,2? Презерватив. Что у нас еще чуть не будет, поэтому... А еще 5 копеек стоит. Нет, это ультратон. Мы же нихуя на это сделали. Да, спросили. Пожалуйста, сделали новую учебку. Гремлин. Новая учебка клана гремлинов. Пожалуйста. Хотели, так и сделали. Новая учебка? И ты маму мав. Мама говорит, в Крым украли. Тебе рот не садят. 2к за 6 штук гандонов. Саны, у меня в чате столько бесплатных. Ну я ж не про всех. Они сами вон я пишут, блять. Нормальные люди, нет? Все хорошо в них. Уворачивается, что она уж боится. Я готов развивать войну, мне тяжело. Мне одно движение, и у меня с вами называется война. Теперь я не бесплатный. Теперь я не бесплатный. Я понимаю, что вы будете говорить, что типа вас больше. Я понимаю, что вас больше. Но у меня армия из кого? Вы смотрели все эту Игру престолов? Помните Игру престолов, когда там была хуйня? Там была вот у этой Халиси, у нее была армия вот этих вот дебилов, которым там типа соски отрезали, которые очень ебнутые, на голову были, которые... Им писюны вот, отрезали. Вы, у меня армия вот этих вот хуйлонов отбитых, которые все нахуй готовы порезать, блядь, любых разъебать. А вот эти, они обычные войны, блядь. Это концовка уже. Да, это до конца будет. Пострижися. Привет, здорово, братик, пострижися. Понял? Привет. Понял. Пожалуйста, новый выпуск тиктоков. Как ты и просил. Лизовского меня... смотрел с Нет, Ксюшей? Я сейчас вот это посмотрю. Лизовского, давай, посмотрим. С вами я, Джокер, Виктор Дудка. Ой, Колобака, блядь, еще это. Колобаку не трогай. 2004 года, блядь. Колобаку. Там как этот грибок, слышишь? Тебя там на бомбу ебануло. Вот это хуйня. К ним двигать нет, и тут бежала. Кошачий, собачий, маленький, кто-то. Давай, Гвинт, ебаш, блядь. Сука. А? Меня звать Жан-Клод Ван Дам Терминал. Фу, какая мерзкая. А, закладчик Ежак, сука, Петро. Петро закладчик, нахуй. Рагнарок, привет, бля, я не понял. Что за дела, який раз, нахуй? Сколько можно, блядь? Женя, прекращай. Будь нормальным мужиком. Не ховайся закладки. Иди проспись. Что? Ой, Вилон идет на забив. Бровл Старс с нами, блин. Блин. Опа, полетел. Блин, я вам палку приделал, блин. А я каждый раз шучу про Эвилона и всегда заходит, блин. Позовите его, блин. Блин, блин, это махуело, наверное. Ой, потому что, наверное, палец оторвало. Ой, Дрейк Бровл Старс. Гугнир крафтят, пацану отвлекают, блядь. Миш, камера эффекты. Махнул. В конце газочек пошел, блядь. Блядь, ну что может произойти? Походу. Почти почти ровно. Сейчас выломает окно. Выбрали меня, да? Хули, на. Такая же закрыла ее.
Каждый раз ору. Перданил. Ты перданила сделал мне, Гвин? А? А он тут. А? Какой перданила? Ты для чего мне перданила? Так чтоб ты сделал, блядь, донат. А ты мне так и не скинул, блядь, дура. Ну, ссылки на оплату может и не быть.